Так, ну что, Гардена 400 cc комфорт. Это, конечно, все круто. Вот инструкция. Видите, все классно, мануальчик. Все нарисовано, все показано, как что делать. Тут показано, как ножи точить. Вот собирать. Ну, сейчас будем пробовать дальше собирать. Так, где наш ножик? Ленка. Это пищевая пленка, хотела сказать. А, сейчас колбаску завернем. Я клубнику заморозим. Так. Наверное, подойти, меня не слышно, скорее всего. Так, ладно, пищевая пленка улетает туда. Вот это у нас ручка крепления с фиксатором. Да и все, больше ничего не надо. Все как бы идеально. Так. Показываю детали, оп. Тебя не показывают, потому что тебя не видно. Открыли. Так. И вот так. Так, мешок нам тоже не нужен. Кстати, стоило в городе Минске, сколько оно стоило? Не надо рассказывать. Стоило 380 белорусских рублей. Мы будем смотреть, стоило ли оно того. Ну, ручка такая приятная, горячая. А, она нас выше будет, хотел сказать, что я ползком. Не, ну как? Ты стоишь, и вот сколько тебе надо, ты же не так будешь ее двигать. Не, еще ж вон штуки есть. Ты не показываешь, ты вообще не умеешь, ты даже... У меня, извиняюсь за качество видео, скорее всего, будет плохое, потому что оператор вообще ничего не умеет снимать. Оператор балбес. Да? Мне пофиг, ну что хочешь говорить. А этот сборщик козел. Сборщик козел. Вот и все. Обменялись комплиментами. Так, о, смотрите, все ровненько попадает в пазики. Как это только щелкой будет держаться так? Болт туда, наверное, вставляется сбоку. Да, красный. Сюда вставится болт, и все будет хорошо, вон он квадратный. И теперь смотрите, и эти ручки... Сначала болт на место поставь. Нет, ручки. Какой болт? А эти ручки вставляются вот сюда. И тоже вон, оп, и все, сквозное отверстие. Так. Не знаю, как, это, вот как эта пластмасска выдержит такую эту... И вот сюда, оп. Железяку. Так, проверяем, все ли совпарил, все ли отверстия. Непонятно. Может, сначала присоедини сами эти штучки в косилку, а потом будешь это собирать. О, все, все совпало. Я тебе говорю, надо сначала штучки эти поставить на место, а потом это собирать. Товарищ, вы последовательность видите, что сразу надо собрать ручку, а потом вставить штучку. А-а-а. А это такое случается в жизни огорчения. Ну, что товарищу не проконсультировал. Так, и блок. Блин, конструкция вообще примитивная, на мой взгляд. Где большие деньги? Мне кажется, непрочная конструкция. Мне кажется, конструкция очень даже прочная. Ну, как пластмасса выдержит это пхать косилку? Пхни. Вот, и все. И это теперь... маленький такой зацеп. И теперь наворачиваем. Ну, как... Может, до конца у тебя там не вылезло? Это короткий болт. Странно, что вот не поставили металлическую эту. И поэтому сам фиксаж какой-то, на мой взгляд, какой-то такой. А не, хотя нормально. Так, может, зажать надо? Так, потом... Видите, регулировок сколько разных всяких под разную высоту. Ну, давайте. Зажать не надо. Болт вот на таком зафиксируем пока. Вот оно фиксируется и прижимается. Все, и уже не шатается.
Без 100 грамм не разобраться. Так, и теперь? И что теперь? А, инструкция, что у тебя есть, что теперь? И все, и вон туда. Просто. Не так, вон же есть свободное место, наверное, туда. Ух, тут все хитро. Отверстие. И тут отверстие. Ого. Немножко надо усилия. Так, сейчас мы усилия. Приложим, уже краска вон царапается. Оп. Да, примитивно. И оп. Даже. Все. И вся сборка. Газонокосилка готова. Так ты ж неправильно ручку собрал. Ты, ты снимаешь или ты показываешь, что ты делаешь? Я показываю. Все, ну вот видите. Махаю руками. В следующей части будем пробовать косить. Всем пока. Выключай.